Всем привет-привет, вы на канале VoodGSN, канале, на котором каждый день публикуются видео по танкам. Если в игре что-то появляется, то на канале появляется на это обзор. Если хотите быть в курсе всего, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик. А на продаже у нас появились контейнеры на 114 SP-2. Это тяжелый китайский танк 10 уровня, который в целом довольно неплохой, обладает неплохими техническими характеристиками, в частности по орудию и по броне. Да, безусловно, это не имба, но определенные позитивные моменты в машине однозначно есть. Обзорчик на канале у меня уже был, поэтому положу вам ссылочку в описании. Ну а в отношении контейнеров скажу честно, очень дорого. 67 500 необходимо будет заплатить для того, чтобы забрать танк гарантом. То есть если за 30 контейнеров, которые вы откроете, вы не получите себе машину, то соответственно заберете ее гарантом при открытии вот этого 30-го конта, собрав талисман на данную машину. Но может быть повыпадает все-таки тачка и будет компенсация, но опять-таки окупаемости здесь не будет. Можно, конечно, делать скидку на шанс получить солидный контейнер, но шанс получения солидного контейнера в 5 раз меньше, нежели получение главной награды, а именно самого 114 SP2. Всего лишь 1% против 5% у данного тяжа. В общем, ребят, я пока еще думаю, открывать ли на своем основном аккаунте данные контейнеры. Не сильно я везучий и сомневаюсь, что за 10 контейнеров, которые я, в принципе, готов купить, если бы я знал, что я действительно его отсюда достану, я его получу, а открывать 30 контейнеров, ну, меня, честно говоря, немножко жабка поддушит. Все-таки 67 500 это очень дорого для получения всего лишь 1/10. Может, лучше подожду, пока машина появится там, не знаю, либо просто на продаже, либо в какой-нибудь рулетке. В общем, в отношении стоит или не стоит, я рекомендации давать не буду, а точнее даже нет, все-таки дам. Лучше купите танк, когда он будет в магазине. Не рискуйте, потому что контейнеры не всегда приносят нам то, чего мы хотим. Но в любом случае, хотелось бы посмотреть на открытие контейнеров, и слава богу, Андрюха сбросил мне соответствующее видео. Андрюш, спасибо тебе большое за присланный видос. Надеюсь, ты не пожалел о приобретении. Я видел открытие только первого контейнера, и давайте будем смотреть вместе, что у Андрюхи получилось. Поехали! Первый контейнер, и с первого контейнера получает свободку, бустеры на золото и иксы. Второй контейнер. 28 тысяч свободки и 200 золота, но все равно как-то не алё, прямо скажем. Следующий контейнер не дал ничего, еще раз ничего, и половина из 10 купленных контейнеров открыта. Вот сейчас что-то будет солидный! Солидный контейнер выпадает. Слушайте, неужели я был неправ? Да нет, прав я был, это не более чем стечение обстоятельств. Ну круто! Хо-хо-хой! Шкода Т27, да, не имба, вопросов нет, но премиумная тачка, и если ее не было в ангаре, то пополнение. Черные ящики с золотом. Черный ящик второго уровня, что приносит? Приносит контейнер третьего уровня, 500 золотом. Блин, да почему ж мне так не выпадает-то? Андрюш, зачем ты мое везение забрал себе? Едем дальше. Так, следующий контейнер. Ну пока классно, пока классно. В любом случае этот прем стоит своих там 7-7,5 тысяч голды. Ну пускай 7. 22 500 за 10 контейнеров. Пока нормально. Единственное, что я так смотрю, видео к концу подходит. Ну ты же говорил, танк... А вот он! Вот он! 114 SP-2 выпадает на предпоследнем контейнере, если я правильно увидел. Нет, на 7-м получается, да? Нет, на 8-м, все правильно. 8-й, 9-й, 10-й, и с последнего контейнера ничего такого ценного. Ну слушайте, ребят, что могу от себя сказать? Я лично немножко, конечно, позавидовал. Не могу сказать, что я приблизился к... желанию, точнее, к появлению желания открывать эти контейнеры на основном аккаунте. Все-таки 22 500, ну, очень сильно кусается ценник. А с другой стороны, мало ли, может тоже получится забрать тачку. В общем, я еще думаю, если вдруг буду открывать на основе у себя, то обязательно выложу видео, само собой. А вы пока пишите в комментариях свое мнение, как по поводу данного танка, если он у вас есть, так и по поводу самих контейнеров, их наполненности, ну и, соответственно, совпадение цена-качество. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.